И вот я когда выступаю перед молодежью, я все время говорю, вот наши казахские традиции тоже имеют место быть. Ведь те друзья, которые были у меня на свадьбе, музыканты, они говорили, слушай, что за средневековье? Ты женишься на девушке, которую не знала, мама тебе нашла. Ну да, она казашка, она из рода Туре. Ну, это же, ну, ты же образованный парень. Я говорю, я не могу маме отказать. Да, я ей пообещал. Понятно, что первые годы были очень сложные. Но вот прошло 20 лет, практически 100% моего окружения уже по несколько жен развелись, там дети от разных жен. Они сейчас уже говорят мне, какие у вас хорошие традиции, насколько твоя мама была права. Ведь у нас крепкий брак, ближе и дороже моей жены, моих детей, у меня никого нету. Я маме, конечно, за это очень благодарен. И сегодня своим сыновьям, ну не сегодня, а давно, как только они стали уже немного понимать, о чем идет речь, мы все время говорим, «Сизергускинде, мамаман, папа, сизерге». Красивую казахскую девушку найдут, для, чтобы вы женились, молчали. Вот старший сейчас уже задает вопрос, папа, а если нам не понравится? Ну, не понравится, значит, найдем другую. Но я хочу своих же детей женить по нашим казахским традициям. Потому что так, как любят родители, как они знают своих детей, никто не знает.